как вы знаете, в Чернобыльской зоне отчуждения бушуют лесные пожары. Выгорела достаточно большая площадь лесных массивов, в том числе и лесные массивы, которые были заражены радионуклидами, которые попали туда в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Несколько дней назад в Киеве было практически нечем дышать, поскольку густой дым заполонил город, и Киев занял лидирующие позиции антирейтинга городов по загрязнению воздуха. Как вы видите, мы с вами находимся возле ДСНС. Сейчас это Державная служба надзвичайных ситуаций, и радиационный фон в этом месте составляет 0,13 микрозиверта в час. Друзья, это вполне нормальное значение, но я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что мощность поля ионизирующего излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния до объекта. Именно поэтому тот факт, что здесь радиационный фон составляет 0,13 микрозиверта в час, ничего не говорит. У вас дома он может быть совершенно другой. Именно поэтому компания GoTo Чернобыль предлагает вам приобрести такие дозиметры, а также массу других дозиметров. Заходите, пожалуйста, на сайт gotochernobyl.com и выбирайте приборы на ваш вкус и на цвет. А если у вас возникнут вопросы, мы с удовольствием поможем вам сделать ваш выбор. gotochernobyl.com